Civic 2, First 29, маленькая яхта. Сегодня поднимаем ее на сервис. Всем привет! Я нахожусь в Греции, друзья, и хочу показать вам яхту, которая выставлена на продажу 84 года выпуска, First 29. В свое время эта яхта была яхтой года. Яхта локально, еще раз напоминаю, находится в Греции и выставлена на продажу. Яхта по правому борту. Пройдемся, посмотрим. Двухлопастный винт. Правый и левый борт. Это не скол, это грязь. Как я сказал, яхта выставлена на продажу, но будет проводиться предпродажная подготовка, друзья. То есть в настоящее время мы составили список работ. Будут шлифоваться борта, потом они будут полироваться. Также будут меняться декоративные полосы. Это то, что касается наружной части. То, что касается корпуса. Будут поменены аноды. Будет сделан антифолинг. Яхта будет готова к продаже. Мы зашли в кают компанию Ферста 29 и смотрим, что здесь находится. Итак, по правому борту капитанский стол. Приборы управления яхтой, VHF, радио CD и другие приборы. Капитанский стол, сидушка капитана, далее по правому борту диванчик, метра два, чуть-чуть больше. Колонки акустической системы и рундучки. Все сделано добротно. Все деревянное, пластика нет здесь, пока что не видно. Крутимся, вертимся. По левому борту то же самое. Диванчик такого же размера и маленький диванчик впереди. Довольно вместительный стол, как для яхты, которая имеет только две кабины. Маленький барчик, не пустой. И проходя по периметру, мы попадаем на камбуз.
На камбузе двухкомфорная печь газовая, тарелки и другие вещи хозяина. Довольно немаленького размера холодильник и портомойка. Вот ногой подкачиваю воду. Еще раз взгляд на кают-компанию. По ходу хочу сказать, что яхта перед продажей будет обновляться. Мы должны поменять вот эту всю обивку. Возможно, сделаем и вверху, поменяем обивку. Сделаем ее здесь, нет, не то, что поменяем. Будем менять этот люк. А пока что открываем дверь в переднюю носовую каюту. Вот каюта такого размера. С каюты на бак есть большой люк. И впереди, справа и слева, два рундучка. Под кроватью еще один рундук для вещей. Вот таким образом дверь закрывается. И каюту мы закрыли. Дальше. По правому борту мы видим дверь. Открываем ее и попадаем в галюн. Галюн ручной, Джабско. Рядом умывальник. Сзади дверь, в которой в настоящее время одежда. Вот. Но места здесь много, и мы здесь будем ставить холдинг-танк приблизительно на 40 литров. Закрываем дверь по правому борту и открываем дверь по левому борту. Открываем дверь и попадаем в каюту. Каюта довольно широкая, но невысокая. Вот эту вот обивку и там, и здесь мы также будем менять. Заглянем в машинное отделение. Чтобы туда попасть, мы должны открыть вот эти две защелки и отодвинуть это создание, эту конструкцию наружу. Крышку машинного отделения мы отодвинули в сторону. Шумоизоляция здесь в очень хорошем состоянии. Я не верю, что она с 84 года сохранилась так. Ее меняли 100%, но состояние ее отличное. На этой яхте установлен двигатель Volvo Penta. Все данные по двигателю, по времени работы и по году я, друзья, вам напишу под видео. Там же будет и написано и цена яхты, которая продается, то есть этой яхты. Ступеньки вот эти вот, конечно, они пооблазили, мы их будем также лаковать и приводить в порядок. Сейчас идем смотрим кокпит и яхту снаружи. Друзья, теперь смотрим кокпит Ферста 29. Сразу видим, что это яхта румпельная. Далее, трап, нержавейка
Итик не новый, но состояние его хорошее. На кокпите нет тика, все в пластике. Компас с левой стороны и приборы с правой стороны. Брандер щит заодно смотрим. Вот он в таком состоянии. Яхта 84 года. Для 84 года даже неплохо. Но он будет шкуриться и будет перелаковываться. 4 лебедки на яхте. Проходим по протоптышу по правому борту. Яхта длиной 8,60, если не ошибаюсь. Паруса сняты в удовлетворительном состоянии. Оба паруса на скрутке. Большой люк с носовой каюты, который я вам показывал изнутри. И будем менять вот это стекло. Естественно, защита будет поменена на защиту с нержавейки. По левому борту проходим. Сколов каких-то значительных небольшие есть, которые надо подшпаклевывать, но критического ничего нет. Друзья, посмотрели мы яхту First 29 84 года выпуска, которая локально находится в Греции и выставлена на продажу. Задавайте вопросы, кому интересно, будем общаться. Мое мнение, это яхта для любителей и знатоков яхтинга. Это яхта для семьи. Ни в коем случае это не яхта, которую можно сдавать в чартеры. Всем пока! До встречи в Греции, друзья!